Клони, наче клони, заполонили усю планету. Їх місія – зібрати усі твої лайки та заволодіти усіма твоїми сторіс. Настав час показати, на що вони здатні. Ми визиваємо на бой блогерів зі всієї країни. Настав час зняти з них усі маски. Зірки соціальних мереж вперше зустрінуться на одній локації. І почнуть боротьбу за топове місце в настоящій лігі блогерів «Епіцентр». Я та двоє наших суддів оберемо найкращого. Ми змусимо блогерів показати усе, на що вони здатні. Місцем битви блогерів стане найбільша локація країни, загальна площа якої складає понад 1,5 мільйона квадратних метрів. Справжній колізей подій – мережа торговельних центрів «Епіцентр». Цей новітній торговельний центр стане справжнім лабіринтом випробувань для кожного з блогерів. Сьогодні ще двоє блогерів зіткнуться у боротьбі, аби перейти на наступний левел та отримати бажаний кеш. А ось і наші учасники. Готуйте свої лайки, адже ціна цього квесту надзвичайно висока. Ліга блогерів – проєкт, де 16 блогерів-початківців та мільйонників змагаються за значну суму. На початку всі 16 учасників гарантовано отримують по 10 тисяч гривень. Далі переможці переходять у чвертьфінал та отримують ще по 15 тисяч гривень. Ці четверо щасливчиків, які дійдуть до півфіналу, стануть багатшими ще на 20к. Ну і двоє фіналістів розділять головний кеш-прайз. Друге місце – 40 тисяч і перше – цілих 100 тисяч гривень. Всім привіт! З вами Макс Рудада. Я знімаю соціальні експерименти і перевірки людей на різні стресові ситуації. А ось здесь 2 года назад я знімав перевірку спасателів. Спасуть ли вони мене, якщо я вдруг начну тонуть? Тогда они меня не спасли. А вот люди, которые проплывали рядом, они не смогли меня бросить в беде. Я снимаю видео на YouTube уже более 4 лет. Сейчас я являюсь самым популярным социальным экспериментатором Украины. Впервые в жизни я пришел в «Эпицентр» не тратить деньги на бытовую технику, либо же мебель, а выигрывать и зарабатывать кругленькую сумму. В моем блоге на меня часто нападали, вызывали полицию. В общем, я полностью знаком со словом «стресс». И я уверен, что в Лиге блогеров я смогу победить. Меня зовут Слав Медведенко, мне 23, и моя блогерская история тянется еще с самого детства. И ровно с того момента, как я начал снимать ролики самостоятельно, в них появился основной посыл – дарить людям охеренный вайб. И, кстати, мне нравится снимать качественный контент, чем мы, в принципе, в скором времени и займемся. Так что увидимся. Ощущения перед батлом максимально топовые, и уверен, он пройдет очень энергично. Во всяком случае, я приложу максимум усилий для того, чтобы именно так и было. На самом-то деле, вы видели хотя бы одного участника, у которого татуировка на затылке? Я уверен, «Эпицентру» нужен именно я. Честно говоря, я не знаю, что это за парень, но очень надеюсь, что он медленно бегает и плохо видит. Макс, конечно, классный парень, но единственное, он очень серьезный. А у нас здесь с вами, ребята, максимальный драйв, неимоверное настроение и бомбическая энергетика. Полетели! Мы с вами перенеслись на Масюську-Писюську. Вот так, оп, Леди Гага, вот так. Пацаны, что такое хайлайтер, знаете? О, реснички. Пацаны, за мной. И коняха хлюпается пятка. Нужно будет губы раскидать. Сначала я думал, что это запах победы, знаете, а сейчас я понял, что, ну, это не победа пахнет так. Вітаємо вас, хлопці, на лізі блогерів. Сьогодні ваш день. Ну що, ви готові позмагатися за звання топового блогера? Конечно. Просто конечно. Жаждем, вот, да, правда. Что вы думали, мы приготовили вам? Исходя из того, что находится сзади, что-то очень красивое. Что, пьяный, что ли? Да, выпиши. Я просто чувствую запах. Сначала я думал, что это запах победы, знаете, а сейчас я понял, что, ну, это не победа пахнет так. Ми, звичайно, вам підготували завдання, пов'язане з блогерством. От. Вже добре, так? Я думав сказати. Але зовсім не пов'язане з тим, чим ви звикли займатися в своїх соцмережах. Справді, ви вже майже здогадалися. Сьогодні ви змагатиметеся за направленням мейкап-туторіал. Мейкап-туторіал – популярний у соцмережах напрям, де блогери тестують косметичні засоби. Дають майстер-класи з макіяжу, ну і, звичайно, рекламують косметику. Блогерський батл сьогодні буде проходити у найновішому відділі торговельного центру «Епіцентр» Моншері. Це сучасна локація, на якій представлені мейкап-товари з усіх куточків світу. Відкрита б'юті-територія для тих, хто цінує справжній лайфстайл. Хлопці, насправді, сьогодні на вас чекає прямий ефір, під час якого вам потрібно буде відтворити на своїх моделях мейкап легендарної Леді Гага. І при цьому прорекламувати
косметичні засоби. Але для початку вам потрібно буде зібрати усю необхідну косметику для вашого ефіру. У вас буде цілий б'юті-відділ Моншері. Але не забувайте, що вам ще потрібно буде тримати контакт з глядачем і не забувати, що ви блогери. А я вам розкажу, коли ваш час буде вичерпано. Так що слухайте мій солов'їний голосочок. Так, ми опять-таки усвіжнення, вони будуть. Василь Байдак – український блогер та комік, король абсурдистського гумору сучасних соцмереж. Переможець Ліги сміху, який сьогодні судитиме учасників Ліги блогерів. Ну, як ви, мабуть, догадуєтесь, що ви не просто так держите ці тележки, і ви з ними не прийшли, ми їх подали. Тому вам прийшло час вийти з вашої зони комфорту і чуть переобутися. Відкривайте ваші сюрприз-тележки. Можна відкривати? Там агресивні мопси. Ні! Знаєте? Это, конечно, подарок просто самый там. Ні, це не подарок, ви повинні вернути потім. А, да? Так що да, будьте дбайливі. Да. Ну що, ви готові? Я завжди готов. Тоді, блогери, let's go! Хайфі! Ой, ви видели это, ладно. Бонжур, котятки, мы с вами перенеслись на Масюську-Писюську, эту камерку маленькую, чтобы вы понимали, насколько она маленькая, это вот так вот. А где-ка парфюмчики? Нет, проходим дальше. Я на самом деле в шоке, что это такое? Да как это вообще? Девочки, расскажите, как это вообще можно достать? Что это такое? Хорошо, что перекрыли эпицентр этот отдел, потому что это выглядело бы странно для левых посетителей. Для женов, да. На самом деле очень удобно бегать вот на наших кроссовочках. Я почти, у него хлюпается пятка. Все, я нашел. Пацаны, за мной. Я думаю, они решили просто набрать еще каких-то товаров себе домой, пользуясь моментом. О, я думаю, может быть, мне тоже что-то купить домой? Я предлагаю сейчас воспользоваться случаем, это мы возьмем себе. Ну, на растительность и дела. Мне кажется, оператор не может отойти и снимает только каблуки. Что по ножкам? Вот так, оп, Леди Гага вот там. Опа! Ну, по-моему, каблуки уже уходят немножко, да? Да. Ох, реснички. Я думаю, он прям будет секси. Есть карандаш, подводка, консилер. Из этого всего ни хрена не понял, кроме слова карандаш. Пацаны, что такое хайлайтер, знаете? Товары уже заканчиваются, по-моему, они уже все взяли. Есть тоналка. Тоналка по-любому, нужно нанести сначала основу. А вот и хайлайтер, собственно говоря. Эй, хлопцы! Я понял, надо по берегу что еще взять. У вас 10 секунд для того, чтобы повернуться на локацию. Максим, Богдан, домой! За мной. 3, 2, отрим все. Макс, ну що, переходимо до наступного етапу. Я тобі нагадую, що зараз ти маєш провести свій майстер-клас з косметикою, яку бачиш перед собою. Моделлю твоєї сьогоднішньої буду я. Давайте почнемо з самого елементарного, що тільки можна зробити. Но я вижу в глазах Макса, читаю страх. Ох, вы бы себя видели. Это просто заглядение. Если бы здесь был бы Светик Семицветик, то он бы явно сказал, кто здесь прекраснее и милее. Вот так. У вас здесь какая-то, ну, кто-то вам тут накрасил, видите, что сейчас мы подправим. По-моему, Макс знает стиль Д'Артаньяна в покраске. Да, да, да. Еще должен вот эту руку выставить противоположно. Да, да, вот так. Вот так вот. Я начинаю чувствовать Леди Гагу. Мама, мама папарацци, по-моему, так, да, что там? Ох, я думал, это с другой стороны открывается, во-первых. Так, ну это не надо всовывать в нос, наверное, да? Ай, ты вспомнила, что это так робить? Она еще и для бровей, вы посмотрите, какая универсальная. Просто вы посмотрите, вот это блеск, вы просто блестите, как, я не знаю, как... Как Леди Гага. Вы бы видели свои губы, они резко начинают возрастать. Я не думала, что они такие великие. Они огромные. Леди Гага – это королева-символ. Это просто королева. Як же суперзірка без золота. Да. Мне кажется, она такая не погоджувалась. Я буду рисовать очень красиво на вашем челе. Если бы мне человек, который делает мейкап, сделал, я буду рисовать на вашем челе, я бы оттуда бежал быстрее всех людей на планете. Но если бы это сказал я, то согласитесь, вы бы подумали. Я просто... Нет. Он на секунду подумал, так, что он разрисовывает церковь, а не Ксюшу. Угу. Сейчас, еще последний штрих-штрих. Мне сдается за много колеров. Вы понимаете, это Леди Гага. Это не ресницы, это бороды для младенцев. Ты перепутал. Бороды для младенцев. А хиба это не волосся в низдре? Мне кажется, я десь таке бачила. Влада. Так, ребята, пожалуйста, зафиксируйте крупным планом.
Боже, мне страшно, мне страшно вот вас отпускать после этого. Я вижу сбоку, и мне этого уже достаточно. Последний штрих. Он думает, что ты супчик. Да, возможно, я не совсем хороший визажист, но я чувствую, да. Моя работа сделалась. Все, я можу подивитися? Да. Нет. О, Боже, я ослеп только что. Осліпла я. Я теж побачила. Ну, не знаю, як Леді Гага, а на Джокера точно схожа. О, я бачив таку ж жінку сьогодні на Лівобережці в метро в 7 часов утра. Я маю бути неповторна, Вася. Ти знаєш, я придумала авторську назву для твого мейку. І як же це буде? Це буде називатися «Мохната щічка». Ілі «Ніколи знову». Ні, ну давайте. Відправляємо тебе на перепочинок. Зараз для тебе почнеться рекламний стрім, оце б'юті, коли тобі треба буде не лише провести майстер-клас і накласти на мене мейкап, а ще й прорекламувати так, усе, що перед тобою. Сьогодні у нас Unreal модель, собственно говоря, которая сделала заказ на потрясающий макияж, как у Леди Гаги. Я думаю, нам нужно немножечко мицеллярного геля, буквально чуть-чуть. Ну, это же нужно кожу там... Який у мене професіонал. Какой гель? Мицеллярный. Нам нужно освежить чуть-чуть буквально кожу. Это у нас тень котячая. Я хочу обратить внимание, вот эти кисточки, они на самом-то деле, это одни из самых топовых кисточек, но при этом всем, ребятки, вы все знаете о том, что я вам не рекламирую и не рекомендую именно того, что сам лично не пробовал. Собственно говоря, я хочу понять, насколько действительно они себя показывают так, как нужно нам. На ощупь на самом-то деле обалденные, просто прекрасные. Немножечко будем добавлять цветов, палитру. Так, сейчас мы меняем кисточку на более такую запушенную. Вот, пожалуйста, смотрите. Капсульные нюды. Цвет. Расскажи, пожалуйста, что такое капсульные нюды? Капсульный нюд, рассказываю. Это вот нюд цвет, знаешь, и он в капсуле. Что касается запушенных вот этих кисточек, я на самом деле от них балдею. Мы нанесли, по сути дела, основу. Стоп, а где у нас клей? Клея нет. А что, кстати, по концертам? Будь здоров, что в Черкас не приезжаем? А для чего клей? Оно и так хорошо ложится на лицо. Ты думаешь, глиттер ляжет, да, на лице? Кто-кто? Глиттер. Боже мой. Давай. Все. Есть. А теперь мы вот так вот разносим... Да чутя свежесть. Скажи. Угу. На это был расчет? Это дверь открыли. Это у нас эффект будет создаваться ночного неба. Эффект ночного неба – это когда ты идешь, короче, пьяный с дискотеки. Так. Только смотри, вот пример, вот губы, они чуть-чуть меньше. Они есть. Да, такое ощущение, что когда тебя красил вот Максим, ты просто не давалась. Ты такая, нет. Не, это потом. Сейчас мы сделаем мейкап, нужно будет губы раскидать. И наши манити уколы для сбельшения губ. Не нужны вообще. Мы здесь еще сделаем, как это называется, арка Купидона. И мы немножечко увеличим тебе. Вот таким образом. Все, есть. Это просто бомба. И сейчас мы с тобой сделаем ресницы. Что касается у нас левой щеки. Здесь у нас с тобой будет очень... Ой, я все, я увидел. Сейчас арка Купидона, сделаем, наверное, да. Не то имелось в виду. Скорее всего, это арка, через которую Купидон моет свою машину. Так, и последнее мы можем сделать вот так. Немножко на меня. Ты готова лицезреть эту красоту? Я не Леди Гага, я Фредді Меркурі! Мені здається, красива пара. Да, очень. Богдан, и последнее, как называется этот стиль? Богдан, как называется этот стиль? Этот стиль называется Леди Гага. Леди Гага, которая была сегодня у нас в гостях. Поэтому, ребят, спасибо большое за внимание. Леди Гага, ассистенты Став Кэт Бьюти Студио и Муншари в Эпицентре. Тефаль – бренд посуду номер один в світі. 65 років успішного досвіду. У лігоблогерів «Епіцентр» саме з такою професійною підтримкою. Тефаль – генеральний партнер шоу лігоблогерів «Епіцентр». Полімін – бренд номер один серед українських виробників сухих будівельних сумішей. У лігоблогерів «Епіцентр» саме з таким потужним партнером. Полімін – головний партнер шоу лігоблогерів «Епіцентр».
Момент – лідер у клейових технологіях. Німецька рецептура – європейська якість. У лігоблогерів «Епіцентр» саме з такою суперовою підтримкою. Момент – німецький титульний партнер шоу «Лігоблогерів «Епіцентр». Хлопці, дякуємо вам за цей чудовий день. Він був насичений враженнями, однозначно. Ми зараз маємо визначитися з переможцем і оголосити переможця. Поэтому сейчас вам нужно сделать то, что вы боитесь больше всего – снять сторис. При этом вам нужно будет потерять то, что вы любите больше всего – свои волоски. Да, итак, пожалуйста, выберите, какую часть тела вы хотите, чтобы потерять волосики на этой части тела. Рука, нога. Честно, я был готов на брови, но из выбранного нога пускай будет. Хорошо. Макс? Нога. Она самая волосатая просто. Ага. Тобі доведеться зняти штанишки. Я могу подкосить. Он может разорвать их, это не проблема. Хлопчики, в 15 секунд сторіс вам потрібно буде запросити глядачів підписатися на канал «Епіцентру» і на соцмережі «Епіцентру». Так, і при цьому, ви ж пам'ятаєте, ви стараєтесь не реагувати на косметологічну процедуру. О, та, бомба. Да, ще можна сильніше чуть. Ані, да, вот так, так. 3, 2, 1, начали. Бонжур, котятки, вы же знаете, что я участвую в Лиге блогеров от Эпицентра. И я хочу вам посоветовать подписаться на YouTube-канал Эпицентра, на их Instagram-аккаунт, который, кстати, на меня тоже подписан. И хочу попросить вас, ребят, не забывайте следить за новыми новостями Эпицентра. Навіть не крикнув. Теперь следующее задание – пошить из этого носочки. Я думала, ты будешь вырощать, как мини-пих. Ну, извините. У нас досвід. Такий дивний якийсь досвід з хлопцем. Да, еще если учитывать твое лицо при этом. 3, 2, 1, поехали! Друзья, всем привет! Хочу сказать, что мы находимся сейчас в самом лучшем месте этого города и всей страны! Я хочу сказать, что каждый из вас подписывался на этот канал, потому что здесь у нас происходит самое интересное. Вы самые лучшие, потому что уже смотрите нас, и я вас очень сильно люблю, и они вас сильно любят, и все мы вас очень сильно любим. Приходите в Эпицентр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока! Вась, вообще-то, тебе было этого достаточно? Да, конечно, супер достаточно. Смотрите, мне кажется, что все очевидно. Мне дуже подобається, что вы так включаетесь в процесс. Вас взагалі ничем не злякати. Ви прекрасно провели свои майстер-класи, как бы результат на обличчя. Але, чесно зізнаюся, у мене фаворит був майже одразу. От, і мені просто подобається бути на висоті. От. Ну, короче, я віддаю свій голос за Богдана. Ну, якщо ти любиш бути на висоті... Може, нам вже вийти. А тепер щодо моєї думки. Будемо оцінювати ваші професійні здібності, так, і те, як ви влилися в роль. Моє враження, що ви обоє з завданням насправді справилися. Але мені в якийсь момент здалося, Богдан, що в тебе трошки вийшло затягнуто. Хотілося якоїсь дії. Тому в даному завданні я все ж таки віддам свій голос Максиму. Дами. Василь. Самый час. Так, значит, возьмем в совокупности. Если брать по оценке мейкапа, то здесь похоже, что ребенок упал после того, как ему нанесли аквагрим. Здесь похоже, будто бы человек уснул на больничном крыле возле штукатурки синей. Короче, это классные были вещи, но для меня это однозначно был Богдан. Вот за сегодняшний день Богдан проявил себя лучше, чем Макс с теми заданиями, которые были поставлены. Хлопці, ми обом вам, Богдане, тобі і тобі, Макса, дякуємо за участь у проєкті. І бо ти переходиш у наступний етап, отримуєш 10 тисяч гривень від Епіцентру. Але, Максим, ти також за участь отримуєш 10 тисяч гривень від Епіцентру. Так, Макс, я хочу тобі сказати, щоб ти не засмучувався, в тебе буде можливість отримати приз глядацьких симпатій від Епіцентру 50 тисяч гривень. У тебе більше аудиторії, ніж у Богдана. Соответственно, ти можеш призвати більше аудиторії, щоб голосували за тебя под этим видео. Богдан, поздравляю. Макс, поздравляю. Дякую, дамы. Хлопці. Дякую. И вам большое спасибо. А на цьому у нас все. Слідкуйте обов'язково за новими випусками Ліги блогерів «Епіцентр». Адже у наступному випуску «Епіцентр» перетвориться на справжню фортецю випробувань для блогерів. І пам'ятайте, не в лайках щастя, а в їх кількості. Лайк всім. Я готовий трошки її пожмакати. Саме те, що я хотів. Я люблю привлекати внимание. Трошечки пафосу. Так.
так активніше, Романе? Раз, два, три. О, трошки ніж ногами. Я поняла, що без трусиків образ мені не окончен. Вона може тоді потіти. О, Боже. 2,5 часа після кожної тренування.